بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, сегодня еще один день в месяце, в котором пришел в этот мир и ушел из этого мира наш благословенный пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, месяц Маулида. И мы продолжаем наш цикл хадисов, в которых сказано о достоинствах нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которым Всевышний Аллах, субхану ва тааля, возвысил его над всем остальным человечеством. Сегодня мы хотели рассказать о хадисе, который передал имам Хаким, рахматуллах алейхи, от Ибн Аббаса, радиаллаху тааля анху, который сказал, что «Аухаллаху иля Иса алейхи салям», Всевышний Аллах, субхану ва тааля, внушил Иса алейхи салям, «Я Иса, амин би Мухаммад, ва'мур ман адракаху мин умматика, а юмину би». О Иса алейхи салям, сам уверую в пророка Мухаммада и прикажи тем, кто будет из твоей уммы, чтобы они уверовали в нашего благословенного пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потом он сказал, что Всевышний Аллах, субхану ва тааля, он сказал, «Фалауля Мухаммад ма халакту Адама, валауля Мухаммад ма халакту Джанната валя нар». «Если бы не Мухаммад, я бы не сотворил Адама, алейхи салям. Если бы не Мухаммад, я бы не сотворил Джаннат и не сотворил бы Джаханна», то есть не сотворил бы огонь. «Валахад халакту Л'Арша алейльма, фаттараба, факатабту алейхи, ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах, фасакана». И когда Всевышний Аллах, субхану ва тааля, он сотворил Арш над водой, то Арш, трон, да, он начал дребезжать. И тогда на нем Всевышний Аллах, субхану ва тааля, распорядился, чтобы написали калиму. «Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах». «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник». И после того, как это было сделано, Арш, он успокоился, то есть его дребезжание успокоилось. Фа сакана.